Всех приветствуем на своем канале. Сегодня мы продолжаем, ребятки, с вами играть Sniper Elite. Первая часть у нас не очень удалась, нас пиздили, хуячили. Давайте продолжим. Но я надеюсь, в этот раз у нас что-нибудь получится по-нормальному. То есть в первой части мы уже что-то посмотрели, вроде все нормально. Немножко обучились, только все равно не поймут, как эту хуйню мне забирать. Наверное, она автоматом забирается, но я в глаза ебусь. Так, нам... мы убили два офицера. Нам нужно еще двух офицеров ебнуть. О, документы. Хуярик там стоит. Ну, стоит их достаточно много. Так, на вышке есть, да? Есть на вышке солдат, которого надо снять. Так, сложность. В смысле? Не понял. А до этого какая сложность была? Не понял. Загрузить. А, вот. Все правильно. Достоверная. Плюс. Ну, а сейчас какая сложность? Вот, я сейчас сохраню. Достоверная плюс. Здравствуй, здравствуй. Приветствую. Вроде достоверная плюс. Блять, хуй его знает, короче. Вроде та сложность, которую вчера поставил. Забегали, забегали тараканы. Минус. Хуя, блядь, из всех этих, со всех сторон хуячит. Очень хуёво. Понятно, он меня видит. Понятно.
хуйня полная произошла. Так, давайте меняем место дислокации сразу же. Мы помним, чем это закончилось, когда мы остались на одном месте. Блять, заебали ходить туда-сюда. Вас там очень много, конечно. Они уроды бегают туда-сюда обратно, туда-сюда обратно. Где эти суки? А, вон. Как-то забраться. Но не сюда. Пиздец, столько патронов нахуй просто впустую. Я хуеваю. Ух ты! Я себе попал. То есть там 200 метров получается. Понятно. Я как обычно.
Нихуя себе, у меня винтовка, блядь, через это. Отстреливаем фрицев, сука. Здорово, здорово. Всех еще раз приветствую. Че за пидор там стреляет? Блять, не пойму, откуда стреляешь. Ага. Здесь мы поняли то, что здесь 200 метров, да? Да, поняли-то поняли. Понять одно, а стрелять на 200 метров это совсем другое. Сохранимся. Не пойму, откуда этот снайпер хуячит. Вон они бегают. Отлично. 100 метров здесь. Здесь 100 метров, там 200. Ну-ка, давай 300 возьмем. Окошко. Не, далеко, очень далеко. Так, ну здесь у нас 100 метров. А, вот вижу, откуда он стреляет. Убил что ли? Убил, охереть. Хороший был выстрел, мне аж понравился даже. Так, каску я ему снес. Бежим. Так, давайте обыщем ребятишек. Может, что-нибудь интересное будет. Уложили мы их нормально.
О, письмо нашли. Вы видали? Там-то бегают сколько их. Там этих уродов до хера и больше. А ну-ка, погнали на вышку. Так, давайте с вышки смотреть. Ну, лаги мы этот зачистили. То есть они выбегали, мы их убивали. Вон они. Вон, видите? Готов, нахуй. Влад Бешник, на нахуй. Смотрите, как череп у него просто раскололся. Просто жесть. Охуеть. На нахуй. Еще минус Башкен. На нахуй. Ух ты, блядь! Ух ты, с двух сторон ебошит. Ой-ой-ой-ой! Блядь, что-то непонятно. Какая у меня все-таки сложность? Все. Готов. Готов. А нет, не готов. Еще живой, блядь. На нахуй, ну сейчас он должен точно быть сдохлый просто. Салага получил. И пятый уровень. Ебать, ебать, ебать. А, я думаю, кто там по мне, блядь, стреляет? А там внизу, блядь, крыс дохуя. Где ты, сука, я тебя не увидел. Ебать, ебать, сколько здесь стреляет. Охереть просто. Я мину поставлю, чтобы знать, что они идут. Так, давайте я сохранюсь. Блин, я вот реально, я не пойму, откуда он стреляет. Вот хоть убей. Вот откуда эта сука может стрелять? В кустах, что ли?
Ух ты, блядь! Хорошее попадание. А, вон он! Сучий потах! А, это еще и генерал Шмидт! Ебать! Это еще и генерал Шмидт! Плюс 2000 опыта. Так, давайте я сохранюсь здесь, потому что мне кажется, ну, не очень хорошо будет сохраниться. Сколько время? 21:16. Ух ты, блядь! Паньки. Пиздец, да? Да. Аля дяка макана! Сука, расстреляли, блять. Ёбаные фашисты. Ёбаные фашисты. Давайте уёбки. А где они, блядь? А-а-а. Закидывают меня говном. Ай, блядь, компьютер далеко поставил. Лучше мне бы не говорил, что бесплатно скачал. Ну, Диман, блядь, что поделать? Ну, скачал бесплатно, ничего страшного. Где вы, фашисты ебаные? Я не вижу, за каким кустом он. Идет. Но не вижу где. Окей. Блять, надо снять этого ебучего снайпера.
Так, ладно, 100 метров. 300 метров. В каску попал. Бля, ну позиция вроде неплохая. Готов. Или не готов? А нет, не готов. Блять, все-таки сколько здесь метров примерно? Ну, 200, наверное. 300 много. Ёбаный стыд. Я вам сейчас покажу, блять, как воевали в 45-м. Да, конечно, поищи. Не, игрушка вообще топ. Ну, мне нравится, неплохая такая. Не сказал, что прям вау, но пиздато. Поиграть можно. Ух ты, блядь! Ёбаный стыд. Ебучие немцы. Так. Мне нужно понять, где они стоят. Ух ты, блядь. Больно. Залазь, 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 паренек. Да, блядь, ну что ты так медленно? Ну ёбаный стыд. Чё ты так медленно, блядь, залазишь на эту хуету? Блять. Вот, 100 метров. На нахуй. Красота, блять. Не смей, блять, вниз спускаться.
Бля, я знаю, что я сейчас сделаю. Блять, он мину взорвал мою. Попал. Бля, гранатами обкидывают уроды. Не, молодцы, у них тактика хотя бы хоть какая-то есть. Давайте еще раз сохранюсь. Попал. Красиво. О, красота. О, офицера еще одного ёбнул. Пойду с него данные спизжу. Пойду с него данные спизжу. На нахуй в лицо, блядь, уёбище. Ух ты, блядь. О, записочку нашел. Записочку, пиписочку нашел. Бля, там стрелки. Я их обыскиваю не для того, чтобы патроны какие-то собрать, ну и для этого тоже, а у них могут быть какие-то записки. Интересные. Кстати, почитаем потом мне.
Если, конечно, так можно. Ух ты. Давайте вот этот вот. Так. А где здесь эти записочки, всякие пиписочки почитать? Список. Медали. Трофеи. А, вот, все трофеи здесь можно будет. Ебать, здесь миссии. Вот здесь все можно будет почитать. Давайте почитаем. Так, дорогой Макс, как ты, брат мой, удивлен получить от меня письмо. Наверное, не так, как я тем, что тюремное начальство разрешило написать тебе. Они, вероятно, думают, что ты сможешь разубедить меня в моих глупых диверсионных убеждениях. Итак, Италия. Что ты там делаешь, братишка? Конечно, ты не расскажешь. Если смогу, я еще напишу. Так. Дорогой Гюнтер, с Новым годом, мой дорогой. У меня для тебя прекрасные новости. На Рождество твоя дорогая Данже родила здорового мальчика, но бедняжка до сих пор не получил имени. Также говорит, что нужно твое согласие. А Данже, блять, также. А, ему уже неделя, но он все еще без имени. Напиши поскорее, избавь нас от страданий. А можешь себе представить, как я напугала... Она напугана стать бабушкой. Твой отец говорит, что это означает, что мы стареем. Конечно, стареем. В общем, ты теперь папа. Ты должен вернуться целым и невредимым. Извини, но он не вернется. Так, дорогие Нина и Изольда. Хотя вы меня и не видите, я всегда буду смотреть на вас сверху. Слушайтесь маму и не расстраивайте ее. Хочу, чтобы вы росли, вышли замуж, встретили хороших парней, которые позаботятся о вас и родили им красивых детей. Так, дорогие мама и папа, забавно, но это второе последнее письмо, которое я пишу. Я был уверен, что погибну в Тунисе, поэтому подумал, что стоит написать новое письмо. Возможно, оно меня спасает, правда? Если со мной что-то случится, отдайте мои часы Курту, хотя не уверен, что это сделает его более пунктуальным. Не горюйте по мне. Если фюрер приказал отдать свою жизнь, я это сделаю. Добровольно. Ебанутый, что я могу сказать. Лично в руки фрау Хаас в случае моей смерти или пропажи без вести. Дорогая Каролин. Блять.
Ёбаный стыд со своими именами. Если ты что это считаешь, значит я погиб. Мне жаль, жаль, что не увижу, как растут мальчики, и никогда больше не обниму тебя. Теперь послушай меня, ты хорошо разбираешься в делах, хотя я всегда говорил по-другому, но тебе нужно быть экономной. Я больше не смогу вас обеспечить. Я бы хотел, чтобы Норберт стал адвокатом, а Отто академиком. Я уверен, оба они вырастут отличными парнями. Дорогая, это все, на что мне хватило времени. Возможно, когда-то ты зажжешь свечку и подумаешь обо мне. Целую, Эмброс. Эмброс. Дорогая Хельма, я год не буду читать, просто сразу письмо и низ. Если ты получил это письмо, это значит, что я не выжил. Мне жаль, что ты узнала все таким образом, но хотя это было письмо от меня, а не официальное извещение о смерти. Этот остров очень красивое место, примерно так, как я представлял себе рай. По крайней мере, если и умру, то в окружении цветов, растений и разноцветных птиц. Ты единственная девушка, которую я когда-то любил. Альфред. Альфред, генералу это... Шмидту. О! Майнхарм. Генерал Бем просил передать благодарность за ваш недавний визит и выразить сожаление, что он не мог встретиться с вами лично. Мы понимаем, что бюро пропаганды сделало все необходимое для съемки ракеты Кеслера. Генерал Бем очень надеется, что фюреру будет приятно увидеть новое оружие в деле. Генерал полагает, что снятый фильм пригодится для дальнейшей демонстрации достижений вермахта народу Германии и всему миру. Искренне ваш, Ханс Дорфман. Нихуя себе. Путевой лист. Три картины из монастыря Абрунду. Две Лоренцетти, одна Рафаэль. 10 ящиков Монте-Маска, 15 аккордеонов, 7 ящиков комплектов драгоценностей, 4 ящика фильма под рабочим названием «Битва режет МС-300. Находит цель». Так, дорогой Ганс, дружище, как ты? Ты просил сообщить тебе новости о разработке ракеты. Я бы сказал, что процесс идет рывками. Кассер, несомненный гений, но он также ужасный человек. Когда он трезв, то работает как заведенный, но стоит ему выпить стакан или два, он становится бескультурным идиотом. К сожалению, он чаще пребывает в последнем состоянии, а это значит, что он совсем неприятный тип. Отнюдь неприятный. Несмотря на все это, мы на правильном пути. Проблемы с радиоуправлением и топливом в общем и в целом решены. В любом случае, если показ пройдет как запланировано, ты увидишь, что я имею в виду. Шмидт обязательно должен будет отвезти в Берлин и показать фюреру интересный фильм. Надеюсь на скорую встречу. Эрнест. Так, докладная записка. Кому? Старшему лейтенанту Рудольфу Хейлеру. Центральный офис пропаганды партии. От майора Клауса Ротбауэра. Джови Фью Эйоне. Дата 15 мая 1943 года. Тема «Пропагандический фильм». Генерал Бомб попросил меня передать вам и генералу Шмидту, что он высоко ценит ваше участие в нашем пропагандическом фильме под рабочим названием «Битва режет МС-300. Находит цель». Надеемся, что монтаж продвигается и фюрер сможет увидеть в деле наш скромный проект. Желаю вам и генералу Шмидту безопасно вернуться в Берлин. Ну, они не вернутся. График дежурств. Старший офицер, старший лейтенант Рудольф Хайлер. Местоположение небольшой лаги вокруг порта. Отсутствие. Все на месте. Отсутствующие, блядь. Указание офицера. Патруль из 3 человек и в небольших лагерях вокруг порта. Один офицер в контрольной точке в конце порта и 2 в башне аванпоста для наблюдения за потом. Комментарии офицера, если по несчастному случаю
Если по несчастной случайности после испытания ракеты останутся выжившие, которые будут пытаться добраться до берега, с ними нужно будет разобраться, как обычно. Так, график дежурств. Старший офицер, старший лейтенант Франт Дреклес. А, Дреклер. Местоположение вилла и большая ферма генерала Шмидта. Отсутствующие все на месте. Указание офицера, патруль из 4 человек будет на большой ферме. Еще 2 человека будут охранять генерала Шмидта на вилле. А комментарии офицера на вилле будут проходить съемки. Патрули должны не обращать внимания на камеры и сконцентрироваться на одной задаче – охране генерала Шмидта. То есть их там двое. Можно сейчас будет к ним зайти в гости. График дежурств, местоположение, контрольная точка и ближайшая территория. Ответственный офицер – старший лейтенант Хан Энрестер. Отсутствующие – нет. Указание офицера. Солдаты должны охранять контрольную точку и патрулировать ближайший пляж. А еще нам нужны патрули на окраинах города рядом с контрольной точкой. Комментарий офицера. Нужно сохранять бдительность, хотя мы и не ждем никаких проблем. Но проблемы приходят к вам. Так, убийств. 14. 28 мая 1943 года. Переброшен на материк в Лорина. Усмирение гражданских окончено. Тела вывезены. А честь служить генералу Шмидту. Как же хорошо вернуться назад к цивилизации. Пидоры, блять, немецкие. Так, то есть их там двое, да? По словам, их получается там двое. Ну пошли. Спросим, как у этих пидоров дела. Давай я сохраню игру. Сложность та, которая мне нужна, отлично. Ничего нет, странно, так место распределено, то что я думал наоборот, здесь что-то будет. Так, здесь что-то может быть. Блять, что за хуйня? Не понял. А когда он успел местоположение поменять? Охуеть. Больше ничего не... Ох ты, блядь. Else.
На нахуй. Аж каска, блядь, слетела. Еще одна камера уничтожена. Еще одна камера уничтожена. Так, это охуенно. Так, моя позиция. Ломаем, крушим. Так, дорогой Освальд, Италия, почему тебя отправили в Италию? Ты же здоровый как бык, почему ты не в Восточном фронте со всеми остальными? Они думают, что ты слабак, моего сына нельзя назвать слабаком. У нас очень холодно, и у твоего отца случился очередной приступ. Напиши скорее, любящая мама. Так, смотрим, есть ли здесь кто-нибудь, кого надо убить. Вроде никого нет, да? Ну, отсюда не видно, скорее всего. Так, ну чё, погнали вниз. Блять, нихуя ты, камикадзе. Давайте я сохраню ее. Ой, блять, сохраню ее, сохранюсь. Подожди-ка еще раз. Тактически такой крестик. Особый. Не, вот этот оставлю, конечно. Разные документы. 14 апреля 1943 года. Дорогой дневник, наш последний день на Сан-Селине. Нацисты пригласили нас отступить. Кажется, у них есть план на наш дорогой драгоценный остров. Они с самого начала вели себя как оккупанты. Еще
1941 году. Я считал, что Муссолини даже жаловался Гитлеру на их поведение. Это и обкрадывание наших итальянских рабочих на нужды войны. А что теперь Дуччи? Ходят слухи, что он болен, что он умирает. Официальная пропаганда много не говорит. Они представляют на наши поражения как победы, а бомбежки союзников как комаров, нападающих на огромного капиталистского волка. Посмотрим. Так. Интересно, что здесь будет дальше. О. Навальта. Так, еще что-то нашел. Гем Эман. Надеюсь, это письмо дойдет до вас. Пишу вам с просьбой. Моей сестре Жозефине всего 17. Теперь она должна заботиться о наших двух младших сестрах, которым 7 и 8 лет. Сами понимаете, с деньгами очень туго. Вы всегда были добры к нашей семье, Гер Эмон, и, возможно, вы сможете помочь Жозефине с работой. Она хороший работник и могла бы очень пригодиться на вашей фабрике. Мне неудобно просить вас об этом в письме из Италии, но такая задача сейчас не под силу моему отцу. Если у вас будет время, обратите внимание на мою просьбу, пожалуйста, с уважением, с большим уважением, и рядовой Франц 40. Но он уже не обратит внимания. Может, письмо-то не дошло. Письмо не дошло. Аптечка. Так как здесь аптечка, может... А, у меня полное здоровье, да? О. Отправить результаты показа у Магацена ТЧК. Так. Давайте смотреть дальше, что здесь есть. Здесь есть балкончик. Есть балкончик. Здесь они расстреливали людей, понятно, ублюдки. Так, давайте посмотрим, может, еще в какой-нибудь дом можно будет зайти. Я не думаю, что это единственный дом, в который можно было зайти. 100% еще есть дома. Самолеты летают санные. Так. Что-то светится. А, здесь я уже взял записку. Так, здесь что у нас? Здесь нихуя нету, да? Здесь можно чувака обыскать. Обыскал чувака, нашел, наверное, патрончики. Да, скорее всего, патрончики нашел. Че, потому что я еще мог найти у него. Так, давайте заберемся. Что у нас здесь вообще?
Откуда то, что здесь можно поднимать тела и, например, чтобы они не увидели, взял, отнес тело и отлично. Тебя хрен запалят. Ну, чтобы отнести, нужно беспалевно его подобрать. Так. Так, дверку закрыл, чтобы не беспокоили. Так, давайте посмотрим. Может, я что-нибудь на вышке пропустил.